Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Hitman Absolution. Давайте продолжим. Что следующее у нас? Давай. Сюда уберем. Тут, кстати, смотрел на днях спидран другого Хитмана. За 5 минут прошли. Ну, по мне, так это, с одной стороны, безрассудство, каким надо быть задротом, чтобы уж совсем-то так. Да. Давайте смотрим. А, точно, семья. Семья, если не ошибаюсь. Сейчас переоденемся. Минутку. Будем. Единственный в своем роде. Да. Я такой. Единственный в своем роде. Сорок седьмой. Том, мне нужен новый костюм. О, мистер 47-й. Какая честь. О. Да, я вижу, вам нужен костюм. Прошу, следуйте за мной. Вот сюда, сюда. Извольте в примерочную. Так-то красиво здесь. Прошу. Он уже ждет меня костюм этот. И помылся сразу там. Гораздо лучше, чем ваш старый костюм. Смотрите, шерсть ручной вязки. Невидимые усиленные швы. И, конечно, шелковая подкладка. Спасибо. Мне это нравится. Да. Выгляжу реально, как там, вечерний поезд, или кто он там, ночной поезд. Фильм ужасов-то. Там также интеллигентный ходил он. Давай. Что-то не понял, это что, это все? Шеф-повар, костюм птицы, водитель фургона, работник канализации. Нет, это я не хочу даже мерить. Это даже не обсуждается и не верится. Привет, сучонок. Эй, козел, где девчонка? Ладно, Лейла. Видишь? Девка цела. Да не вся. Если она нужна тебе живой, гони 10 миллионов сейчас же. Да, кстати, насчет денег. У меня нет таких полномочий. У тебя что? Чего у тебя нет? Совести. Ты шутишь, сука? Ха-ха-ха, нет, партнер, так не пойдет. Либо ты найдешь того, у кого есть полномочия, либо сделка не состоится. Считаю до трех. Ну, я поговорю с начальством. Какого хрена? Чёртов ублюдок, какого хрена ты делаешь, а? А ты обиделся? Мне так жаль. Шутки в сторону, Ончо. 10 лямов прямо сейчас. Святоша. А будешь гоношиться, потребую еще 10 лямов. И бабу твою до кучи. Ладно, засранец, я тебя понял. У тебя милая попка, красавица. На кой черт тебе этот жирный хрен? Свинья. Еще какая. Эй, хорош, где девчонка? Два ублюдка. Я тебе скоро перезвоню и скажу, где ты можешь найти Викторию. Пошли, милая. Большие деньги меня возбуждают. Ты правда отдал наши деньги этому психопату? Ну, да он не так глуп, как кажется. Но наши люди повсюду. От агентства не скрыться.
Да. От него действительно не скрыться. Ну меня же это не касается. Правильно? Так вот, маленечко. О, вот так. Нормально. Большой домик. Сиськи мять не будем. Black Coulter Park. Ух ты. Давай-ка зайдем. Не знаю. Надеюсь, нас пустят внутрь. Эй, прошу прощения. Простите, сэр, мадам. Blackwater временно закрыт. Нельзя ни входить, ни выходить. Простите, но мы тут живем. Я понимаю, но у нас потенциальная угроза. Какая еще угроза? Ну, мы не уверены. Да вы издеваетесь надо мной? Понятненько. Вы не понимаете? Мы тут живем. Можно, конечно, отвлечь. А вы должны понять, что здесь нет. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Пошли. Давай. Так, и правда. Идем. За каким включилось, а? Просто короткое замыкание или что-то типа этого? Можешь говорить что угодно, я все равно не слушаю. Так. Завалить их всех нахрен. Понятненько. Так, а у меня вообще какая задача? Проникните. Проникнуть только, пока что понятно. Слышь, молодчик, куда торопимся? О, да, пропустите сантехника. Бумаги были в порядке. Сантехник? А где у нас сантехник? Олегчик! Так, через забор он не перелазит. Нет. Купи себе кроссовки, да на стадион. Улицы не для того, бегун, блин. Сейчас вам будет не до того. Так. Блин. А что там, где-то камера, что ли? Давай. Подожди, блин. Ну, валите, давайте, в разные стороны. Thank you.
Вот так. Теперь, когда у нас это что, садовник? Так. Так, сменить на канистру с бензином. Где еще один труп-то, я не понял. Вот он. Так. Маскировка раскрыта. Ой, да без проблем. У меня тут еще есть. На. Все. Так, легче. Так, а можно вот так вот зайти, да, со стороны гаража. Давай, прочешите местность тогда пока. Где-то вот здесь вот можно. Так, найдено тело, найдено тело. Вот так вот. Так, ну а ты-то давай, чтоб это не палиться. Вот сюда тебя. Так, давай, ты здесь один. Вот так. Ну давай, пока вы нутром там чуете, мы идем дальше. Чёртова деревня. Где стоишь? А ну не рыпаться! Так. Понятия не имею, что происходит. Видно, что
Уходите. Не приближайтесь, сэр. Это для вашей же безопасности. Не собирался. Диспетчер, срочно нужна скорая. Тут несколько тел. Давай. Черт побери! Эй, у нас тут чрезвычайная ситуация. Лифт. Эй, ты кто такой? Даже не думай. Стой, подозреваю. Поняла, я готова. Так. Где ты? Черт, у меня... Мы продолжаем. Я знаю, откуда это исходит. Собираюсь покончить с этим. Сюда, сюда, на бала! Давай, давай. Подозреваемый рядом. Постарайся не нарываться. Давай. Следующие. Эф, катушка, зачем мне катушка с фильмом? Ты где? А ты догадайся. Так. Вот так. Мы его зацепили. Я его не вижу. Так. Эй, нужна помощь. Найди его. Я тоже его потерял. Так. Давай, давай, давай. Переворачивай, давай. Так, большинство мы перебили, да, тут? Так. Мы сюда идем. В отличие от вас. Что-то случилось. Начинаем расследование. Оставайтесь на связи.
Все, если что, вы меня не видите, я вас не вижу. Сюда! Давайте. Я по своим делам пошел. Костюмчик, мистер блин, Декстон, жалко. Он отключил камеру в лифте. Идет к вам. Да. Говорят, что богатство — это тяжелое бремя. Но я взвалю его на себя. И скажу я вам, что... Ой, да! Да! Срань господня, это не хреновая куча бабла. Нет, жалко, что у меня такого бабла нет. Накупись куча это. Черт, это целая прорва денег. Да. Что? Блин! Ты что, смеешься, падла? Сколько можно убивать одного сукина сына? Прикончите его живо! Ты иди и убей его прямо сейчас! Слышишь меня? Но нет же, вы не можете, потому что вы шайка драных отсосов! Все приходится делать самому! Успокойся! Господи, мать его, Иисусе! Все хорошо! Нет, не хорошо! Этот лысый хрен идет меня шлепнуть! Я шлепну тебя! А я шлепаю! Пойми, Лейла может остановить любого мужчину. Знаешь, мне кажется, в этом что-то есть. Я рассчитываю на тебя. Давай, ангелочек, пошли. Я на тебя надеюсь. Сделаю. Монашки, блин. Убивали людей, убивали, а как сами их убить, да, блин. Еще и в башку, как животную, как барашку, нахрен. Давай похаваем хоть. Что это со мной такое, а? Думаете, у меня дислексия? Или, по-вашему, я тупой? Скорее всего, тупой. Моя мама так говорила. Просто тупой. Вот ехал, никому не мешал. Бывают тесты на дислексию. Сейчас я тебя проверю. Ух ты, чувак, у тебя пушка. Ну, круто же. Да, булькал, идиотина. Вообще-то думал, да, я его пристроил. Это просто заказывал суши. Это для мисс Стоктон. Господи, бери эти суши и передай их лично мисс Стоктон. И не трогай там ничего. Ладно. Блин, я не взял, да? По-другому сейчас пойдем, не маленечко. А ведь мог бы, блин, проскочить, так хорошо все получалось. Ну-ка, давай. Врача!
Давай. Кто еще? Бежим, бежим, бежим. Вот так. Цель не вижу, повторяю, цель не вижу. Ну и слава богу. Что у нас по заданию-то там? Blackwater Park. Найдите убежище. Осажденное. Понятненько. С глушителем тоже. Неплохо. Так, давайте-ка посмотрим. Вот так. Так, у меня что? Тихо ты. Вот так. Вот так. Тихо, тихо. Цель в ловушке. Мы его поймали. Прекратить огонь. Он исчез. Цель обнаружена. У нас потери. Вот так. Вот так. Сзади. Так. Понятненько. Переодеться точно надо было в охранника. Навряд ли, конечно, это сильно помогло бы, но... Где-то здесь. Вижу его.
уравнять шанс. Ну-ка, давай. По крайней мере, сразу не пристрелят. Так. Кто-то был с карточкой, да? Вероятный нарушитель. Докладываю. У нас потери. Доложил. Молодец. Все по форме. Так. И где у кого карточка? Ну сейчас-то заряжать-то уже не надо. Блин. Вот она, ключ-карта. Теперь пойдем. Ковбойские какие-то штуки. Пистолеты, мечи, господи, сабли. О! Первая помощь. Очень, знаете ли, нужна была. Так. Лейла, живо сюда! И ты пошевелись! Вертолет! Я разберу тебя атом за атомом и буду разводить как племенную корову. И не надо удивленно смотреть. Ты же выросла из пробирки. В моей лаборатории будешь как дома. О, только не говори, что ты не знала. Господи, это же просто нечто. Ах, ты ублюдок. А? Не подходи ко мне. Вали их. Молодец. Молодец, красавица. Давай, ломай ему руки. Нахрена вы вообще с оружием к ней идете? Если стрелять в нее нельзя, нахрена вы оружие с оружием с ней идете? Идиоты. Так может она сама себя спасет? Молодец, девочка. Может, из тебя и выйдет толк. Усыпите и тащите ее в вертолет. Продолжаем. Продолжаем продолжать. Вот она сцена. Почему на таких мрачных всегда? Бэтмены. Я не знаю, кто там. Спаун. Человек-паук всегда с таких мрачных обстановках. Давай. Туман. Крыша Блэктор парка. Взрывать все здание, там что найдет! Не подставляй спину! Принято!
пошли! У нас по-прежнему проблемы. Иду поиск. А нет связи. Ого! Так. Куда надо идти-то? А, вот сюда надо было идти. Они там совсем. Мучаемся. Это еще и последнее, я думаю. Ах ты, да? Сука! Где мои банки? Так, ладно. Все заряды заложены. Как нет, сэр? У нас нулевая видимость. Сэр. Надо больше времени. Так. Вам тут нельзя находиться. Это безумие. Эй, да. Вижу цель, он переоделся. Вступаю в бой. Босс начинает шутить. Стреляй. Смотри в угол. Вас понял. Это ты, лысый? А? Ты сделал рекорд. Добрый путь. Блин, а ты чё меня? Кто подбил-то? Он стреляет, что ли? Там еще и время. Ладно. Это мы все видели. Не видать. Проверяю предполагаемое вторжение. На связи. Делай свою работу. Внимание. Какого черта? Блин, там мины. Чё за... Так. Вам свобода, один вертолёт. Я один тут умею считать до двух. Если доктор двинется и нажмёт на взрыватель, мы отсюда не выберемся. Я знаю. Лучше об этом не думать. Делай свою работу. Передай мне тот кабель. Работал. Есть лишний предохранитель? Давай, да. Какое облегчение. Вот теперь можно и умирать.
хрена не видать. А кого тебе там рассматривать-то? Внимание, группа Альфа. В секторах А и С заложены противопехотные мины. Смотрите под ней. Не вызовите цепную реакцию. Да, блин. Как быть? Здесь что-то не так. Давай. Ползи. Что тут есть? Так. И обратно. Смотрим, с какой стороны. Блин, 2 минуты. Куда бежать. Так. Давай. Сэр, насчет Лайлы. Мы нашли ее. Чего вы ждете? Ведите ее. Нет, сэр. Ее больше нет. Лайла умерла. Мы ничего не могли поделать. Так. Продолжить. Ха-ха, карточку взял. Зачем карточку взял? Кого я там должен был дверь открыть? Не знаю. Ладно. Прости. Ты в безопасности. Все в порядке. Враги повержены. Сынок, Лени, прости меня. Деньги. Ты все о деньгах твои думаешь? Деньги. Я тебе покажу твои деньги. Хватит. Пошли. Все позади. Вот тебе твои деньги. У тебя сына прибили, а ты о деньгах думаешь? Ну, идиот. Что ж теперь? Да. Здравствуй, 47-й. Если ты читаешь это письмо, значит, я уже мертва. Ты убил меня за предательство. Трэвис выиграл. Не дай ему заполучить еще и девочку. Отделение Трэвиса занималось генетическими экспериментами без ведома агентства, а Виктория — их первый козырь. Дай ей выбор, которого не было у тебя. Защити Викторию. И убей Трэвиса. Отпущение грехов. Удачи, 47-й. Все гражданские эвакуированы из района. Мы можем делать все, что угодно. Трэвис, это надежная линия? Говори. Мы нашли семейный склеп Бёрнвудов. Очень хорошо. Начинайте эксгумацию.
Честно, я не знаю, что ты хочешь найти. Мы все проверили. Диана Бёрнвуд умерла. Есть полицейские отчеты и результаты вскрытия. 47-й сам подтвердил, что убил ее. Что еще тебе нужно? Мы уже не раз недооценивали 47-го. Нет, так. Я на это не куплюсь. Бёрнвуд вполне способна разыграть свою гибель. Она умела водить людей за нос. Давай. Такс. Как бы мне... Ну подожди, вот сюда давай, за угол. Так, переоденемся. Ну, вот так. А там у меня что было? Дробовичок. Понятненько. А здесь у меня... Ну, с глушителем. Кто где обнаружил тело? Из одного промаха. Эй, Стап, у нас проблема. Пойду разберусь. База, срочно пришлите врача, у нас потери. У вас, да, потери. Как вы такое допустили? У нас неприятно. Вероятный нарушитель. Будьте начеку. Вот из-за тебя в прошлый раз. Вау. Вот это я классно попал. Похоже, у нас проблема. У нас потери. Передайте всем, кто будет.
Так. Слушайте, все вроде в норме, но это не так. Будьте начеку. Давай. Так, расчистили дорожку. Стоит на стеху, возможно, неприятности. Что происходит? Есть пострадавший. Цель не вижу, но знаю, где она может быть. Разберемся. Стой! Ну куда ты поворачиваешься? Сколько подозрительные вы, блин. О, у меня еще 5 патронов. Вот так. Да нет, часто уж можно. Подожди. Не. Так. Давай, давай, давай. Хорошо, я вам не дам расслабиться. Также на всякий случай. Вот она ловушка. Не нервничайте, но и не расслабляйтесь. Ушел. Руководство уже подозревает, что мы солгали об операции Хоупи. Когда они узнают, сколько средств ты вложил, чтобы закрыть кладбище, они потребуют объяснений. Почему на самом деле Бёрнвуд предала нас? Что у тебя за научный проект? Все может вскрыться. И я не намерена умирать из-за твоих навязчивых страхов. Руководство поверит тому, что я скажу. Ты хотела играть в высшей лиге, но так это твой шанс. Работай или начинай писать свою эпитафию. Как личная гвардия римского императора. Типа лучшие двери. Все? Так. Понятненько.
А я тут лазить должен был, да? Вот сюда тебя. Построим, малыш. Так. Не знаю даже, в кого переоденусь. Хотя, мне кажется, сейчас-то... Так, тут аптечки нету, как я понимаю. Так. Вот так. Давай, давай, давай. База, похоже, нас атакуют. Нужна помощь. Так, у меня винтовка есть, но нет патронов. Повышенной готовности. Убивайте всех, кто приближается. Пора доказать, что вы лучшие. Так. Oh!
цель. Все сюда, все сюда. Ну, твою мать! Куда? Блин, что-то так легко и быстро. Ну чё я? Достал этого козла! Ты ведь ни хрена так и не понял, грёбаный лысый ублюдок. Она была создана убивать, как и ты! Нет. Это было бы... Создана. Прекрасно. Это как животное. Просто скажи мне, ты убил ее? Диана. Шифу, ты гордишься мной? Правда мертва? Ты этого не узнаешь. Хитман Абсолютион. Так, как я понимаю, игрокой его? А вот покажут, жива она или нет. Ну, Диана, делай, что должна. Красавчик. Ну что ж. Отличная работа, 47-й. Послесловие. Кто ты такой? А тебе оно важно? Я могу помочь тебе найти его. Не бесплатно, разумеется. Птаха, обосранный голубями. Ё-моё. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся уже только в следующей игре. Пока!